Доброе утро, Байкал. Вот такие столики нам нужны на дорогу в Лавру. И вот оно, утро на Байкале. Вон какие волны. Слышите, как шумит Байкал? Вот. Там гора практически, Юдак. Вот собака, которая нас все время сопровождает. И там восход солнца за горой. Солнышко. Скоро вот выйдет за лес и на песке иней. Видим? Да. За седьмое прохождение тропы и дороги в Лавру грамота вручается Александру Советову. Ура! Ура! Самый горячий момент, помню, когда он обратился как пастушник семинарии народу братья и сестры. Ну вот в 47 году это место вообще для строительства было выделено уже давно.
Поэтому вас сразу определили, что вы ненормальные. До революции до 17 года в среднем вот по этому пути в Троице-Сергиеву Лавру ходили до 600 тысяч человек. И потом это все прекратилось. Наш путь, дорога в Лавру. Байкала нет пока. Это Москва. Да, посмотрите. Мы паломники ходили несколько сотен лет, и мы этот путь восстанавливаем. И наш проект победил, первое место в России занял Министерство культуры. И нас на два дня отправили в Бурятию. В самую глубинку России. Для воды из дерева на покос, на жнитьву. Вода 8-10 часов остается прохладной. Дерево хороший изолятор, но и они, конечно, его закрывали или соломой, или сеном, чтобы под прямые солнечные лучи не падали. Корчага ловить рыбу. Из лодки в ивы тестом намазали. Она заплыла, обратно дорогу себе найти не может. Детские саночки из дерева, салазки. Только толстые. Вичью таких. Это пивы из конского волоса. Их еще называют шептуны. Зверь боится хрум. Как это все это сделать? Вот это сарафаны, в этих сарафанах в 1765 году семейства были пригнаты сюда. И эта мода долго у нас сохранялась. Но сегодня вы увидите тех женщин, которые будут перед вами выступать в этих сарафанах. Обувь детская, стеленка. Мужичью обувь называют ичики, а женскую мундир. Легкая, удобная. Нога не потеет, не устает, не мерзнет такой. Один недостаток — по снегу скользко. Одевали как сюда стирку вовнутрь из сена. Потом на ногу с толстой нитки носок. 100 километров на лошадях сюда привезут, а какой-то разгильдяй горсточку просыпет. Изба застилалась на эту основную материю. Обычно рубаха на тебе сотреет. Весь пол в этих ковриках. Двухручной пилой много дров не напилишь. И в избе было постоянно прохладно, а пол холодный, чтобы ногам не было холодно. Вот такие коврики. И вот она выскочила замуж. Потом надо было похуже. Она что делала? Вот этот сарафан. 2-3-4 рубахи. Сарафан сверху одела. Сюда подложила, губки морковным соком, щечки буряком, и тоже выскочила. А церковь развенчали, все, пожизненно, там нету ни разводу, ничего не было. Он ее раздел, ну куда денешься, приходится товар забирать. А были такие, которые наденешь хоть что, как на корове хомут, а замуж-то охота. А батя-то лишний род дома, она не уходит, 35 лет она не уходит замуж, 30, а он что делал? Этот сундук и все ее приданным на телегу, туда ее штанушки все посложили, пусть там не 12 сарафанов, 6 сарафанов, ну все, ее что? Ее посадили впереди, прямо с сундуком, ворота открыли, и батя под усы коня по деревне ведет. А ведете, а впереди ты, ребятишки, бегуть, дырявуть, надолбу везуть. А надолбу — это означает, что не сумела выйти замуж. А мужик-то тоже там
жил такой, что постоянно у работников дом-то есть, а дома-то и не построить, и вечно беднота это. Вот этот-то мужик ворота открывает, и он под это... Первые открытые ворота батька должен завесть коня туда. Мимо не пройдешь. Хотя он батька знает, что там Никита живет, не шибко-то богатый. Он туда коня завел. Раз, сундук берут, в избу занесли, чайку попили, свадьбу сыграли. И дети рождаются, и вроде бы жить стали, ничего. Вес этой монетки я не бросаю, я ее положил. Стрелка пошла? Пошла. Значит, на вес этой монетки я не ошибусь никогда. И могу свешать с вес этой монетки продукты или пшенички продать, или соли. Но сюда ложили вот эти громадные гири, 2 пуда, пуд, 1/2 пуда, а сюда укуляв продукты питания, муку. И раньше в основном денег-то шибко не было, в основном был бартер. Менялись продукт на продукт. Святой Марии Девы, Саввы!